форме свет идет на лбу, на под глазом, значит, на то есть, получается, на щеке. Идти от светлых к темных. Здесь, да, потому что у вас есть уже средний, то есть у вас изначально есть цвет тени, как бы для лица он достаточно не темный и не светлый, вот хорошо. И уже вам это поможет просто не делать слишком темных теней. Не совсем, конечно, тот цвет, но сейчас мы будем стараться его. Немножко холодноватый для... Почти такой же потом, но такой розовый. Она тут не совсем розовая, но какие-то вот соединить, добавить розового нужно, потому что что-то среднее между обоими этими цветами будет правильно. Субтитры.